Друзья мои, идемте в Манго. Смотрите, какие тут все зеленое, призеленое. Что у нас есть новенького? Давайте посмотрим. Новенького у нас есть вот такое вот красное платье. Красная вот такая вот сумка. За... Черт знает, даже не вижу за сколько. Бесценная. Я ослепла или я не вижу цену? Сумка хорошая, но не кожаная. Леопард. Ёлы-палы, посмотрите, сколько леопарда. Он просто... Это просто плащ леопард, шорты леопардовые, юбка леопардовая, платье леопардовое. Да. Смотрите, у них есть какие-то распродажи, типа... Вот написано, называется Hot Price. Написано 75,99. А на этикетке 99,99. Кстати, неплохой пиджачок. Серебряные пуговички. Сшит неплохо, аккуратненький такой. За сотню. Это по нашим ценам для Манго очень дешево. Я постараюсь найти что-нибудь, что мы еще не примеряли. Довольно много вот каких-то, видите, этих Hot Price. Вот такая вот кофточка за... Не знаю, за сколько. Написано 40, но, наверное, это не 40. Вот, сейчас посмотрим. Да, 40. Вот такая вот. Ну, потом вот такие какие-то обычные. Обычные кофты. Вон что-то за 29. Не такие... Ой, нет. Слушайте, ну правда. Это уж как-то совсем... Я не люблю критиковать магазины, в которые я хожу. Даже если мне не очень нравится, я обычно не обзываюсь, не называю, что это все г на палке и кто это вообще покупает, потому что я не понимаю вообще блогеров, которые так делают. Потому что вы представляете, если ваши зрители, уважаемые блогеры, покупают в этих магазинах, им это нравится, а вы ходите и ругаетесь, и обзываетесь, что это г. Понимаете, как им приятно это слушать и как они к вам после этого будут относиться. Поэтому я не буду ничего ругать, но скажу вам от души, что вот такая кофта с крылышками, она не очень актуальна, что это не совсем актуально и модно, но кому нравится, носите на здоровье. Платье трикотажное, какой-то цвета, дешево какое, $66, трикотажное, цвета такой, знаете, грязи какой-то, цвета грязи. Но я, опять же, может быть, вот несмотря на это, оно может очень неплохо сидеть. Все нужно примерять. Так, джинса на джинсе, плащи за 199, еще такой комбез за сотню. Тоже цвета такого, ну, скажем так, осенняя одежда. Вот такие вот зеленые, темно-зеленые. Жакеты, серый в полоску, кстати, хорошо, неплохой. $160 он стоит, и вы знаете, это по нашим деньгам не так уж и дорого, потому что он хорошо сшит, есть брюки под него, прям такой классический жакет. И вот смотрите, какое платье, темно-зеленое, прям осенней расцветки, мрачный, но $180, красивое, ничего такое. Так, еще зеленый жакет с золотыми пуговицами под Шанель. Кстати, вот этот неплохой. Вот такое платье синее, интересное. Тоже такое вот с какими-то складками, драпировками. Опять Шанель. Черное платье. Кстати, интересное. Такое из вареной ткани, $160. Давайте посмотрим, если будет мой размер. Короче, все, девочки, иду в примерочную. Знаете, в Манго неплохие аксессуары. Вот сумки. Посмотрите, какой хорошей формы сумка. Я вам уже вначале показала $95. Я не знаю, если она кожаная. Я думаю, что нет. Потому что за эти деньги у нас кожаную сумку не купишь. Вот это. Вот они достаточно, видите, такой хорошей, правильной формы. Цвет приятный. Нет, цены, ладно, классические. Вот эти вот сумки тоже мне довольно неплохо выглядят, они хорошо смотрятся. Вот жалко, что нету замшевых. Сейчас замшевые сумки. Почему нет цен? Бежевые сумки и вот такие бежевые. И там большая-большая коричневая. Вот она внизу. А сейчас очень в моде замша. Просто это виск.
Смотрите, какой интересный пояс. Я думаю, что он 75-99, он сделан из настоящего меха. И вот эти вот украшения неплохие. Неплохие. Вот эту сумочку, по-моему, под Селин мы уже видели с вами здесь. А, босоножки симпатичные. $99. Но в Манго я не могу покупать обувь. Их пятый размер мне большой. Вот там неплохие. И у них еще целая серия в этом сезоне вот таких вот платков. Красивых платков. Такие длинные узкие платочки, знаете, это не совсем платок, это такая фыли, по-моему, это называется. Вот, у нас сегодня эксперименты будем делать. Есть неплохой, на мой взгляд, джинсовый костюм, рубашка и джинсы, рубашка такая в стиле ковбойской, в стиле 70-х. Вот такая вот рабочая куртка. Принесла вот это платье черное, потому что оно сделано из купра. Прекрасная ткань, но оно размер medium. Large не было, боюсь, не влезу. И вот два вот этих вот платья, которые я вам показывала в зале. На мне сегодня ничего особенного, просто вошедшие снова в моду, как они называются, рубашки поло, которая висит у меня 100 лет. Уже сейчас я про нее вспомнила, потому что у нас немножко похолодало. Я даже сегодня вон в ботинках, как бы в этих. Черная юбка белевая и все. Украшения обычные, ничего особенного. Что-то я в последнее время бегу на работу, не успеваю надеть украшения. Хотя это тема моего канала. Так, давайте примерять и посмотрим, что у нас получится. Черное платье из купром. Вы знаете, оно очень красиво село. Хотя это размер medium, и я думала, что я в него не влезу, потому что в нем нет молнии. А вот эти я оба набрала размер large. Посмотрим. Я думаю, что и large был бы мне неплохо. Но medium, видите, как я прошла в него и чуть-чуть. Вот если был бы large, мне кажется, было бы получше. Потому что, видите, оно так скроено. Вот так, one fuzz, вроде бы красиво сидит, да? Хорошая длина. Здесь разрез с одной стороны только, с другой нету. Но вот если я поворачиваюсь в профиль, то немножко вот чуть-чуть вот. Вот. Видите, на черном не очень хорошо видно. Если бы оно было светлое, было бы видно, вот это вот area облегает. А так оно хорошо скроено такое, знаете, в талию. И у него здесь сверху одна из верхних из плеч, так скажем, потому что нельзя назвать шлейкой, бретелькой. Как это мне вам показать? Я вам покажу на вешалке. Она вот здесь вот как бы перекручена специально, но это такой фасон. В принципе, платье хорошее. Был бы large, мне было бы лучше немножко размер. Мне кажется, чуть-чуть он мне маловат. Плохо видно на черной шторе. Ткань очень хорошая, такая приятная, шелковистая, гладкая. Как немножко, знаете, купра это что-то среднее между шелком и бархатом. Ну вот, у меня такое по ощущениям. Это очень хорошая ткань. Кто не знает, что это такое, девочки, погуглите. Это сейчас вот из новых тканей, которые очень сейчас популярны, и она довольно дорогая, но дешевле, чем шелк, потому что это не шелк, и никто никогда не говорил, что купра это шелк. Те, кто думает, что купра пытается быть шелком, те просто ничего не понимают, потому что купра это совершенно другая ткань. Ну, короче, у вас есть Google в руках, вы все сами можете найти. И вот такое вот платье, красивое, с разрезом, вечернее, длинное, хорошая длина. Красиво. 60% купра, 40% вискоза. Хороший состав. Цена $160. Вот его номер, так вот оно называется. И это был размер medium или 6 американский. И вот я вам обещала показать, видите, одно плечо сделано обычно, а второе такое с выдумкой. Видите, это не брак, это так оно сделано специально, вот так вот оно перекручено во всех платьях. Так. И вот видите, оно такое, как будто немножко такая вареная ткань, очень приятная на ощупь. Если вы когда-то щупали купру, то вы понимаете, о чем я говорю, такой шелковисто-бархатистый. Замечательная ткань, и плюс оно сделано половину из козы, в общем, хороший состав. И цена, знаете, для такого состава она не такая уж и большая. Вот, так что мне оно очень понравилось, это платье. Так, это то, о чем я вам говорила. На вешалке висит никакое, а вот одеваешь, и оно неплохо сидит на фигуре. Это размер large, я взяла побольше. Я должна сказать, что немножко в животе, опять же, оно у меня как бы... Ну, потому что у меня живот. Ну,
кого... Ну, и то не очень страшно. Причем это ларж, поэтому оно как бы не сильно так... Сильно уж очень так облегает. То, что не должно облегать, у кого живота нету, это вообще будет очень красиво. Если у вас фигура позволяет носить такие облегающие платья, то оно, в принципе, очень красиво сидит. Это вот то, что я вам говорила, что на вешалке выглядит так, а одеваешь и иногда... Выглядит совсем неплохо. Мне даже, в принципе, нравится его расцветка. Такая, знаете, я сказала, что оно такое похоже на какие-то пятна грязи. Вот как будто бы это светлое проглядывает. Что-то чистое, а сверху наляпали коричневым. Но, вы знаете, на... когда я его надела, я не могу сказать, что оно прямо уж оригинальная ткань. Немножко напоминает корову такую пятнистую. Но если присмотреться поближе, то... Оно, в принципе, никакая не грязь. Единственное, что меня не нравится и смущает, это воротник горла. Я не люблю высокий ворот. Рукава нет, это окей. И длина вот не очень длинная. Разрезов никаких нету по бокам и сзади тоже. Но оно трикотажное, оно тянется. Оно не очень дорогое. Оно из дешевых платьев. И действительно, вот кому можно, кому фигура позволяет, оно сидит. Вполне неплохо. И действительно, вот, знаете, что-то в нем есть. Что-то в нем есть. Так, вы знаете что? Оно сделано из 90% вискозы, там потом 4% эластана и 6% какая-то еще синтетика. Оно такое, потому что тягучее. Стоит оно $66. По нашим меркам в Манго это прям очень дешево. У нас просто цены совсем другие. Я думаю, что в Европе оно стоит €20. Обычно у нас иногда бывает просвечиваться, но тут я не вижу. Я думаю, что 20 евро где-то оно будет стоить. Размер был large. Единственное, что мне не нравится вот это горло. А так, 90% вискозы, в принципе, состав хороший. Расцветочка такая мрачноватая, но лучше, чем какие-то дурацкие цветочки были вам. Правда же? Мне кажется, такая интересная расцветка, как будто бы такие, знаете, кляксы. Такая вот. Все в кляксах. На осень вообще супер. Очень-очень для осени подходящая расцветка. Так, мне не хватает ковбойской шляпы. Смешной такой костюмчик. Джинса на джинсе. Для этих брюк мне джинс, мне не хватает роста. Потому что мне кажется, что вот эти вот отвороты, а это так было, это не я завернула, это так они их продают. Вы знаете что, может быть, я сейчас эту рубашку примерю с каким-нибудь платьем. Смотрите, как оно выглядит, как верхнее. Смотрите, джинсы неплохо сидят на мне. Единственное, что вот эти отвороты, как изначально сделано. Может, у меня каблук низкий, если был бы каблук повыше, это было бы... Ну, в общем, короче, если бы я была выше роста. Знаете, вот еще отвороты, они как-то отрезают кусок ноги. Вот зачем они это сделали, я не знаю. Ну, и вот эта рубашка неплохая, но все вместе мне это как-то не нравится. Рубашки такой манжет, его можно завернуть. Вот так, с одной стороны, можно вот так ходить, с другой стороны, можно вот так ходить. И вот здесь такая интересная такая кокетка сделана, ковбойская, почему-то мне ассоциируется с ковбойским каким-то нарядом, я помню, так носили когда-то. Вот такой вот костюмчик джинсовый. Рубашка длинная, сзади длиннее, рубашка мне нравится, а джинсы не очень. И все это вместе тоже не очень, если честно. Как-то мне... Джинса с джинсой, мне кажется, что если бы она была, вот или ее заправить, если бы она была короче, как-то вот мне кажется, что она должна быть, может быть, заправлена. Тогда джинса с джинсой хорошо. А так у меня получается все порезано. Рубашка, нога и еще вот этот отворот. А вот если заправить ее вот так вот, да, в джинсы, то мне кажется, было бы получше. Как вы, что вы думаете, что вы скажете? Так, смотрите, я примерила вот такую куртку. Это сейчас виск моды, куртка называется рабочая. У нее здесь под черную кожу воротник. Может быть и кожа, но я не думаю. Сколько она стоит? $130. Наверное, не кожа. Она маловата мне, потому что это small. И были очень большие размеры или small. Был extra large, вот то я не хотела. Хотя она должна быть большая, объемная, конечно. Рукава вот такие вот длиннючие. Но вы знаете, если эту джинсу с джинсой вот такой разбавить вот такой вот курточкой, мне кажется, лучше будет. Но эта куртка хорошо. А без, ну, побольше должна быть размера. Не было такого medium, я взяла, или large, какой-то вот
совсем большой или вот такой вот маленький. В принципе, она нормальная мне, но вот ее по фасону они должны быть очень объемные, иначе это выглядит как-то не так. Это именно идея в том, что эти куртки должны быть такие огромные, знаете, вот именно куртка чернорабочая. Карманы, в общем, сейчас я вам сниму, расскажу все про нее. Так, куртка $130 стоит, был размер small. И она сделана из 100% хлопка. Сама куртка, воротник из искусственной кожи. Вот здесь вот тоже хлопок внизу. И вот такой вот рукав, карманчик, замочек. Замок, по-моему, металлический, да. Ну, вот такая вот именно куртка рабочего, который работает на улице. Сзади, видите, как у нее здесь вот такие вот... А, вот на рукаве вот такие вот защипы. И сзади он вот так вот... Вот такие вот тоже застрочены. Ну, такая классическая мужская куртка. Простая, такая хлопковая. И вот эти вот защипы сзади тоже вот эти вот на рукаве. Это такой вот фасон мужской куртки. Но это женская вещь. И... Потому что у нас, кстати, в Манго нет мужских вещей здесь. Вот сейчас я подумала и поняла, что у нас не продаются. А вообще есть в Манго мужские вещи? Я даже не знаю, но у нас нет мужских вещей точно. Так, джинсы $196. Размер 38 европейский, 6 американский. Вот, видите. Почти $100 для джинс в масс-маркете. Ну, простите, извините. Конечно, в той же Заре можно купить джинсы не хуже за $65 наших канадских. А вот они хотят 95-96, почти сотни. Почему? Чем они уж так лучше, чем заровские джинсы? Абсолютно ничем. Не знаю, может, у них есть и подешевле джинсы, но вот эти вот тут довольно дорогие. А джинсы как джинсы, что особенно? Так, рубашка тоже. Размер был medium. Стоит $76. Вот ее модель. И, ну, что, нормальная рубашка джинсовая, но, опять же, за $76 я могу купить джинсовую рубашку долларов за 40, если поищу. Так, платье, бомба. Я не очень понимаю, как его носить. Значит, у него есть нижнее платье и вот это верхнее. Если бы вы знали, как я намучилась его надевать, потому что оно состоит из двух слоев, у него здесь замок. Значит, нижнее вот это вот под платье у него есть приделано. И вот эти вот все странные, непонятные вот эти вот плечи очень сложно надеваются. И здесь красивая драпировка, которая разрез. Драпировка как бы скрывает всякие ненужные вещи. И это размер large. И вот здесь вот оно мне идеально. А вот здесь сверху, в плечах, оно как-то падает. Я видела на манекене, значит, там одно плечо поднято, а второе вот так вот свисает. Или только я не знаю, какое. Может быть, вот это поднято, а вот это свисает. Если оно свисает, то оно как-то сзади очень сильно падает. Может быть, здесь мне бы нужен был сверху размер поменьше. Вот здесь мне нельзя поменьше. А вот тут оно мне как-то, по-моему, немножко вся эта вот драпировка как-то не совсем... Правильно она мне сидит, а может так и должно быть. Я не помню, какое плечо. В принципе, оба могут быть надеты. Плохо видно вот здесь, как это выглядит. Видите, я вот так сделаю. Значит, может быть, можно с двух сторон его спускать. Может быть, нужно с одной стороны поднимать. Так. Или с этой стороны поднимать. Вот так. Или с обеих плечей немножко так вот спускать. В общем, я запуталась в нем, в этом платье. Я вот так сниму, чтобы ближе подойти, чтобы вы лучше видели. Мне кажется, что так лучше видно. Девочки, в общем, кому нужно вечернее такое платье на выход? Оно, знаете, интересное, оригинальное. Единственное, что мне как-то вот почему-то вот подкладка торчит. Но мне кажется, здесь регулируются бретельки. Их можно сделать повыше, вот именно в нижней части, в нижнем платье. Оно очень необычное и очень интересное. Посмотрите, вот здесь вот, вот это все. Как классно, да? Ну, в общем, такое. Имеет место быть. Кто хочет что-то такое, вот, то. И цвет, знаете, мне нравится, что он такой темно-зеленый, такой неяркий, какие-то разводы. В общем, немножко похоже на такой, знаете, хлынский костюм, где всякие там ведьмы, жабы, водяные.
такая вот расцветочка, но красиво. Так, платье стоит $180, дорогое, размер был large. Давайте посмотрим, видите, 89 евро, да? 69,99 евро, представляете? 70 евро, а у нас 180. Это сейчас мое последнее развлечение мое в Манго. Это я читаю сквозь этикетки и смотрю, сколько она стоит в Европе. 70 евро. Все полиэстер, но интересный фасон. Ну, у нас такие цены. Что я могу сделать? Вот такие вот у нас цены. Поэтому я понимаю, что в Европе вся эта одежда намного более доступна, и людям намного проще ее купить, потому что за 70 евро купить такое платье или за $180. А зарплаты у нас, ну, скажем так, может, немного повыше, чем в Европе, но не такие уж прямо, что прямо, ах, настолько выше, что мы можем вот так вот на $100 больше заплатить за любую вещь и не поперхнуться. Платье красивое, девочки. Вот расцветка красивая, и фасон красивый, интересный, но с ним, в него залезть это целое дело. Так, смотрите, я примерила эту рубашку вот на мой, у меня моя юбка, и у меня топ был под этим вот зеленым. Я померила просто как верхнюю эту рубашку, она неплохо выглядит. Вот даже с такой белевой юбкой и черным топом это выглядит неплохо. Вполне симпатично, мне кажется, да? И вот с таким ботинком, в общем, когда это не джинса на джинсе, вот что-то у меня не идет джинса с джинсой, может быть, я неправильные модели подбираю, может быть, я это не для меня, потому что я мелкая, и на мне как-то все такое вот джинсовое, не знаю, выглядит как-то глупо, нелепо, но, возможно, мне нужно просто другие модели подбирать. Но вот так эта рубашка, такая как верхняя рубашка, выглядит неплохо. Единственное, что цена, конечно, такая, что я могу найти намного дешевле просто джинсовую рубашку, чтобы носить сверху на что-то, то у меня, собственно, есть, но если нужно, да, я могу найти дешевле в любом другом нашем магазине. Даже не в масс-маркете, а в наших этих TG Max'ах канадских. Вот. Ну, в общем, такое дело. Все, девочки, буду с вами прощаться. Надеюсь, что вам понравилось и было интересно. С вами была Дита. Всем пока. Всех люблю, целую. Из Манго. Бай-бай.